Всем привет, друзья! Решил заменить ручки в некоторых резцах, так как они уже подизносились. Ну и думаю, сам процесс снять на камеру, может, кому-то будет интересно. Делать я буду их из ясеня. Остались мне вот такие отходы от ножек. Делались ножки на токарном станке для табуреток. И вот с этих отходов также на токарном станке буду вот такой формы делать ручки. Она, в принципе, удобная при работе, нормально так в руке лежит, ну и довольно неплохо смотрится. Все, друзья, приступаю к работе. Вам желаю приятного просмотра. Проточил заготовку на 32 мм в диаметре. Сейчас еще здесь проточу под кольцо. Уже отмерил 18 мм. Здесь буду делать диаметр. Проточил, как я говорил, сделал 18, сам диаметр внутренний у меня кольца получается 17,8. Я сделал немножко больше, на 18, чтобы плотно туда вошло, не болталось потом. Сейчас протачиваю здесь, потому что диаметр меньше, чем вот здесь. Здесь 32, как я говорил. Здесь я буду делать 27. Он сделал 28, он сделает 26, еще меньше, плюс-минус. И после этого буду протачивать вот эту шейку. С ручками все. Сейчас буду заниматься кольцами. Пройдусь на точиле, уберу царапины и ржавчину. И на войлоке отполирую потом. Нужно придать вот такого вида, чтобы оно блестело, а то оно некрасиво.
получается старые ручки 6 штук, а вот уже новые. Также металл пол повернул немножко, уже поприятнее будет ними работать. 6 ручек я вставил, 3 вытащил на запас. Кстати, можно было еще 7 поменять, уже от работы тоже трещина пошла, но я подожду, пока полностью рассыпется, тогда буду менять. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем удачи. Увидимся в следующем видео.